Всем привет! С вами Илья Казаков. На нашем канале практически каждому видео наши самые внимательные зрители оставляют комментарии, в которых указывают на правильный, по их мнению, вариант произношения английского слова retina, которое переводится как сетчатка глаза. Если вы последнюю пару лет по каким-то невероятным причинам пробыли вдали от цивилизации, напомню, что ребята из Apple называют дисплей этим самым словом в случае, если плотность пикселей не позволяет различить отдельный пиксель с расстояния, на котором используется девайс. Для iPhone такое расстояние составляет 25 сантиметров, а для iPad почти 40. Но вернемся к произношению. Мы долго совещались в редакции, как же быть, ведь слово «ретина» в русском языке действительно есть, и его ударение на самом деле падает на букву «и». Но вот незадача. Ретина — это не только сетчатка глаза, но и технологический термин, введенный Apple. Соответственно, вывод из этого самый что ни на есть простой. Если речь идет о внутренней задней части глазного яблока и ее медицинском наименовании, то мы, конечно же, будем произносить это слово с ударением на «и» — ретина. Но когда же мы говорим о поддержке или наличии у девайса сверхчеткого дисплея с технологией Retina, мы будем ставить ударение на первый слог — Retina. Уж кому, как не Apple, знать, как правильно произносится название их дисплея. The Retina Display Technology. The Retina Display to the Mac. And MacBook Pro with Retina Display. The Retina Display. MacBook Pro with Retina Display. Something we call the Retina Display. Retina Display. Full advantage of the Retina Display. Retina Display. On a Retina Display. Yes, it is a Retina Display.